В соответствии с ПДД с 1 декабря ездить по дорогам можно на авто с зимними покрышками. И вроде бы календарное время еще есть, но сама природа подсказала, что тянуть резину уже некуда. Ведь снег, слякоть, а затем мороз буквально превращают дороги в каток. Попасть на шиномонтаж было проблематично еще 1,5 недели назад. Только по предварительной записи. Первый день снежной погоды все расставил на свои традиционные места. Поток желающих сменить покрышки с летних на зимние увеличился с самого утра, и хотя 8 станций на столичном авторынке работали в унисон, пришлось постоять почти час в очереди. Но безопасность на дороге превыше всего. На летней зиме вообще нельзя ездить. Можно просто не справиться с управлением. И все, элементарно вылететь с дороги. Алексей, не дожидаясь дня жестянщика, приехал с запасами покрышек с прошлого года. Ну и сейчас, чтобы рисунок был одинаковый, и протектор был одинаковый. Так что пришлось потратиться только на шиномонтаж. Цены на услугу разнятся в зависимости от посадочного диаметра покрышек от 40 до 70 рублей. И это не потолок. По городу могут запросить 100 и более. Тем временем в очереди обсуждают, какие покрышки нынче в тренде. Просим продавцов составить рейтинг самых востребованных шин. Главное условие, которым руководствуются водители, выбирая товар, необходимый размер, цена и качество. Например, Михаил Галкин и рад был бы купить подешевле, но параметры колес его машины сужают выбор. Размер 21, белорусской шины в таком размере нет. Бывает сложно с большими размерами, разноширокими шинами. На, скажем, там премиальные автомобили высокого класса, среднестатистические городские автомобили на сегодняшний день не испытывают такого дефицита. Всегда можно подобрать шины отечественного производства, китайские, сербские. Белорусский производитель над расширением размерного ряда работает. Уже в этом декабре на рынок выйдут новинки, которые так ждали владельцы популярных кроссоверов. Шины с посадочным диаметром 19 и 20 дюймов. Возможности отечественного завода в производстве покрышек для легковых автомобилей явно выросли благодаря модернизации. Смена оборудования позволила не только увеличить производительность, но и поработать над качеством. Это высокопроизводительный комплекс, который собирает покрышку буквально за 30 секунд. Техперевооружение, замена оборудования для изготовления легковых шин позволило нам обеспечить точность наложения компонентов шины, из которой состоит шина, до 1 миллиметра. Максимально исключить погрешность смещения, перекоса. В таких огромных производственных своего рода мультиварках при температуре 200 градусов варят уже собранные шины. В целом в рецептуре элементов покрышки свыше 15 ингредиентов. Основные поступают из России, Китая, также от отечественных производителей. Например, белорусский металлургический завод поставляет бортовую проволоку и тот самый металлокорд, который давно завоевал на рынке статус самого лучшего в мире. Это не раз подтверждалось многочисленными сертификатами. Для того, чтобы зайти на любую компанию, на любой рынок, сначала поставляются опытные партии. На стадии испытаний опытных партий проводятся сначала стендовые испытания, на которых определяется надежность конструкции и надежность самого материала. Мы прошли сертификацию у всех международных компаний. Качество металлокорда. Ну, это звучит очень гордо. Мы сейчас освоили более 120 конструкций металлокорда сверх- и ультравысокой прочности. Несомненно, стальные струны – золотое портфолио БМЗ. Металлокорд – это сплетенные особым способом тончайшие проволочки, каждый из которых всего в два раза толще человеческого волоса. Инновационный продукт от БМЗ задействован в производстве колес для грузовиков-гигантов. Так что в прочности стального скелета отечественной шины сомневаться явно не приходится. В любом случае, покрышки на заводе пройдут несколько этапов контроля. Сначала визуально на предмет явных дефектов осмотрит мастер, затем техника замерит товар на соответствие стандарту. Наносится точка соответствия дисбаланса и соответствия силовой неоднородности. И когда вы будете балансировать при монтаже на оба шины и потом балансировать, нужно учитывать вот эту точку. Совмещать ее с вентилем, и тогда на шине будет минимальное количество, она будет максимально уравновешена. А дальше от каждой партии образец. Добро пожаловать на своего рода беговую дорожку. На скорости в 60 км в час, чтобы подтвердить свою работоспособность, шине предстоит колесить без дефектов 24 тысячи километров. И это еще не все. Сейчас проходит испытание по определению энергии разрушения шины.
где плунжер диаметром 19 мм давит центр шашки до того, пока шина не разрушится или не упрется в обод. Нагрузка порядка тонны до наступления предельного состояния. Я могу сказать пока предварительно, что данная модель прошла практически в 2 раза норму. В случае чего ямы, ухабы, мы к ним готовы. Но главное испытание ждет все-таки на рынке. Отдаст ли покупатель свое предпочтение? По нашей просьбе продавцы авторынка составили рейтинг самых востребованных покрышек. Пользуется спросом бюджетные марки, особенно отечественный производитель Белшина, там российские колеса, ну и такие дешевые европейские марки. Матадор, Сербия, там размер отлично в этом году продается в Турции. Мишелин, получается, закрыли завод в России, остатки они распродали, и все, больше нету. А так европейского практически не поступало. Я бы не сказал, что мы страдаем из-за этого. Почему? Потому что, опять же, есть всегда товар своего рода заменитель. А это еще одно подтверждение того, что свято место пусто не бывает. И пока европейские производители думают, как решить вопрос с энергоносителями и логистикой, которая из-за санкций явно увеличивает стоимость их же товара, их же ниши быстро заполняют другие бренды. В такой ситуации белорусский производитель, конечно, не сбавляет обороты, даже если иногда и приходится перестраивать маршруты. Из-за логистических цепочек произошло удорожание этой продукции, что, ну, скажем, нам на руку. То есть там не фактически шина подорожала, а именно доставка, тут проблемы с платежами. Поэтому мы их долю нарастили за счет того, что потеснили их. Отрабатываем новые рынки. Пакистан, Иран, Египет. Особенно зимняя наша шина, она в России, в Беларуси, в Армении, Азербайджан. Очень хорошо себя зарекомендовал. Смена летней резины на зимнюю для автомобиля с посадочным диаметром шин 15 дюймов обойдется в районе 600 рублей. Придется для комфорта езды захватить еще и омывайку, а это минимум 5 рублей сверху. Хватает резины, можно выбирать еще. Белшина! Конкретно работает резина нормально. Я ездил зима-лето на шине 4 года. По снегу идеально, я нигде не сидел в сугробах. Да все ставят. И Белшину чаще ставят. Вот так. И китайской ставят. И Белшину ставят. И много ставят. И хорошего качества Белшин. Хорошо балансируется. Теперь к сезону готовы. Оценку автомобилистам выставят и инспекторы ГАИ. Но даже при хорошей экипировке автомобиля к зиме внимание на дороге и соблюдение дистанции точно не помешают. Анастасия Ярош-Корниенко, Николай Гончаренко, СТВ.